Эта огромная труба хорошо известна всем любителям путешествий по горам Заилийского Латау. Она как путеводная нить ведет к Большому Алматинскому озеру. Даже зимой, когда серпантин автодороги становится скользким и очень трудным для проезда на машине. Пешком вдоль трубы мы сможем подняться до озера от автостоянки всего за 1,5 часа. А далее останется только выбрать маршрут по своим силам и предпочтениям. От альпинистских восхождений на красивые горные пики до несложных прогулок по близлежащим горным ущельям. Жители крупнейшего мегаполиса Казахстана даже не подозревают о своем счастье. О том, что сама природа дает им возможность жить в непосредственной близости от гор. Да что там говорить, окраина Алматы простирается вглубь межгорных долин, а для того, чтобы попасть в высокогорье, достаточно сесть в городской автобус. И через 1,5 часа он доставит вас в удивительную страну, где в окружении скал и ледников возвышаются могучие горные пики. Шумят бурные реки и водопады, а живописные озера лежат в заповедных ущельях в окружении тяньшанских елей. Заилийский Алатау – полукольцом окружающей Алматы, самый северный хребет огромной горной страны Тяньшань. Стремительно разрастающийся город поднимается все выше и выше в горы. Не стало исключением и межгорная долина реки Большая Алматинка, значительная часть которой давно уже включена в черту города. И на многие популярные туристические объекты, некогда доступные только для опытных туристов и любителей экстремального оффроуда, теперь нетрудно попасть и всем желающим. По дну ущелья проложена отличная асфальтированная дорога до Большого Алматинского озера, общей протяженностью 23 километра. Оставив позади экологический пост национального парка и поляны у знаменитого ущелья Аюсай, через 16 километров относительно простая дорога заканчивается неподалеку от здания первой гидроэлектростанции и бывшей туристической базы «Коммунальник». Далее дорога круто взбирается на боковой горный отрог, петляя по живописному лесу. И, наконец, по широкому древнему моренному выносу приводит к плотине, за которой лежит Большое Алматинское озеро. Но зимой этот участок не все машины могут преодолеть, особенно после снегопадов. На Большое Алматинское озеро дорога зимой достаточно сложная, потому что ее не обслуживают, не чистят, практически не посыпают песком и солью, как это делается в городе. Поэтому от первой ГЭС, от коммунальника до Большого Алматинского озера дорога представляет собой опасный участок, достаточно сложный местами бывает. Наиболее сложный участок дороги на озеро представляет собой крутой горный серпантин протяженностью около 7 километров. Дорога ровная, летом по ней прокатиться – одно удовольствие, но в зимний период она очень скользкая и доступна для проезда только хорошо подготовленным автомобилям. Поэтому многие туристы оставляют свои машины внизу, на автостоянке, там, где начинается подъем вдоль трубы, и далее до самого озера идут пешком. Ведь это не просто интересно, это еще и полезно для здоровья. Туристы поднимаются вдоль этой трубы на озеро далеко не первое десятилетие. На самом крутом начальном участке здесь проложена металлическая лестница. И если прислушаться, то можно услышать, как вода течет внутри трубы. По трубе вода из озера подается под гигантским напором. Максимальный перепад высот – 573 метра. Кстати, это самый большой показатель в мире. Такой напор позволяет первой гидроэлектростанции вырабатывать более 15 мегаватт дешевой электроэнергии. Каскад гидроэлектростанций имеет давнюю историю, начавшуюся в далеком 1942 году, когда для эвакуированных промышленных предприятий в Алмате остров стала нехватка электроэнергии. Проектирование и строительство велись ударными темпами. В нем приняли участие свыше 6 тысяч жителей города, а также военнослужащие, заключенные и военнопленные. Сначала из Германии, а затем в конце войны и японские.
Но даже теперь, через 60 лет после завершения строительства, труба и гидроагрегаты до сих пор находятся в отличном рабочем состоянии. Но не все туристы, идущие к любимому озеру, знают о том, с каким трудом создавался этот уникальный инженерный комплекс. В начале зимы, с приходом первых заморозков, озеро начинает покрываться первым, еще очень тонким льдом. И пока не выпал первый снег, оно привлекает своим необычным и очень живописным видом. В это время, как правило, с середины ноября и в течение месяца озеро начинает постепенно замерзать, покрываясь чистым прозрачным льдом, под которым хорошо видна застывшая трава и каменистое дно. Характерные полосы на поверхности – это результат подвижек еще не сформировавшегося ледяного покрова. В течение дня солнце немного прогревает воздух, и молодой лед начинает двигаться, издавая при этом странные, ни на что не похожие звуки. На лед, конечно же, еще нельзя выходить. Его толщина недостаточна, чтобы удержать вес человека, а температура воды под ним не выше 4 градусов. Зато можно устроить соревнования по кёрлингу. Ну, почти кёрлингу. Соревнуясь, кто дальше кинет на ровный и очень гладкий лед не специальные каменные кругляки, а просто кусок льдины. Рекордный бросок, по самой скромной оценке, составил более 100 метров. Большое Матинское озеро лежит на высоте 2500 метров над уровнем моря. К середине зимы оно практически полностью замерзает, оставляя только небольшие полыни там, где впадают ручьи и реки. При этом покрывается толстым слоем снега. Лед достигает 40-сантиметровой толщины и позволяет безбоязненно не только пройтись по огромному заснеженному полю, но и даже покататься здесь на коньках. Знаменитый Медео считается самым высокогорным катком в мире? Неужели? Те, кто хотя бы раз катался на Большом Алматинском озере, так не считают. Высота Медео – 1640 метров над уровнем моря, а высота ледового поля на озере – 2,5 километра. То есть этот небольшой самодельный каток выше знаменитого собрата почти на километр. Конечно, для того, чтобы покататься, нужно сначала очистить ледовую дорожку от снега, подровнять ее и поддерживать в рабочем состоянии после каждого снегопада. Но, например, солнца здесь намного больше, чем в районе Медео. Зимой на озеро приезжают не только для того, чтобы покататься на коньках или просто отдохнуть от городского смога и вечных туманов Алматы. Вокруг озера немало отличных трасс, подходящих для прогулок на квадроциклах и снегоходах.
Большое Алматинское озеро с трех сторон окружает величественные горные вершины. Самая большая из них – пирамидальный пик Советов, возвышающийся над озером с юго-восточной стороны. Его высота – 4317 метров над уровнем моря. На западе высятся наиболее доступные и популярные среди альпинистов горные пики – Большой Алматинский и вершина Турист. И, наконец, с юга ущелье замыкает пик Озерный – 4126 метров. По его вершине проходит граница с Кыргызстаном. Подножию пика Озерный, находящемуся в 5 километрах выше озера, можно проехать на снегоходах или даже квадроциклах. Это зависит от толщины снежного покрова. Дело в том, что зимой по ущелью дуют очень сильные ветры, выдувающие снег буквально до промерзшего скального грунта. В некоторых местах дорогу заметают двухметровые сугробы, и тогда даже мощные снегоходы не смогут проехать выше по ущелью. Остается только одно – отправиться вверх пешком. Потому что зимой в том направлении группы туристические не ходят, нету восхождений в зимний период, поэтому нужно быть готовым тропить дорогу, тропу, где глубина снега, возможно, будет достигать полуметра, местами и метра. Это будет, как правило, февраль, март, апрель месяц. Однако главным препятствием для туристов, мечтающих попасть в верховье реки Озерная, может стать даже не снежный занос или плохая погода, а самый обыкновенный шлагбаум. В Большое Алматинское озеро впадает несколько ручьев и одна довольно полноводная река – Озерная. Ее истоки находятся в южных отрогах пика Советов. Кстати, пик Советов вот у меня за спиною. С юго-восточной стороны. Ну а сама река образуется от слияния нескольких горных ручьев, вытекающих из ледников. К истокам реки Озерная можно совершить несложный горный однодневный поход от самой плотины озера. Только необходимо иметь в виду, что этот район является приграничной территорией, поэтому с собой всегда должны быть удостоверения личности. А перед выходом на маршрут лучше заранее получить разрешение в погранотряде, который стоит неподалеку от озера. К сожалению, времена, когда туристы свободно путешествовали по горам в любом направлении, остались в прошлом. Действительность настоящего времени состоит в том, что по хребтам Заилийского Алатау проходит государственная граница. И даже несмотря на то, что у Казахстана с Кыргызстаном дружеские отношения, приграничная территория закрыта для свободного посещения туристами. И только получив разрешение в погранотряде, появляется возможность совершить трекинг, то есть пешеходную прогулку в самую дальнюю заповедную часть гор. Погода звенит. Пойдем разминать ноги. Мы идем выше озера. Если все нормально, ваши девочки не сдуются. Я думаю, нормально все будет. Подойдем до речки. Переправ Озерная река. Когда-то к берегам всеми любимого озера Иссык-Куль была проложена грунтовая автодорога через два высокогорных перевала. По своему прямому назначению она использовалась крайне редко, потому что даже любители оффроуда на хорошо подготовленных внедорожниках не всегда могли преодолеть тяжелые участки, размытые оползнями и силевыми потоками. Зато в летний период по ней тысячи туристов отправлялись в увлекательный пешеходный или велосипедный маршрут из Алматы на Иссык-Куль. Теперь, когда весь этот район стал практически закрытой пограничной территорией, в горах царит тишина и покой. Только следы снегоходов изредка проглядывают на заметенной снегом дороге. Вокруг сказочная красота. Это так называемая невальная зона, альпийский пояс, где не растут деревья и кустарники, где царствуют голые скалы, вечные снега и лед. Высота более 3000 метров над уровнем моря. Зимой температура воздуха опускается до минус 30 градусов. Нередки снежные бураны.
Перед выходом на такой маршрут необходимо проконсультироваться с опытными гидами или приглашать в группу инструктора. Даже в однодневной прогулке по высокогорью важно соблюдать меры безопасности и иметь в виду, что мобильной связи здесь нет. И в случае ухудшения погоды или в других непредвиденных ситуациях придется рассчитывать только на собственные силы. В летнее время проход до реки Мутной от плотины озера займет порядка 2,5 часов в одну сторону. Это неспешный такой шаг, легкая загрузка, однодневный маршрут. Зимой это может занять достаточно много времени, потому что снежная обстановка меняется каждый день. Может снег выпасть, а может его ветром сдуть. К западу от Большого Алматинского озера к широкой перевальной седловине тянется серпантин дороги. Там, на высоте более 3300 метров над уровнем моря, находится перевал Жусалы-Кизень, на котором располагается научный центр по изучению космических лучей, так называемая космостанция. А с перевала начинаются несложные альпинистские маршруты на горные пики «Турист» и «Большой Алматинский», доступные даже в зимний период, на который смогут подняться начинающие горовосходители, но, конечно, в сопровождении опытных гидов-инструкторов. Дорога на перевал Жусалы-Кизень начинается от плотины и далее, минуя обсерваторию и пограничный кордон, живописный серпантин уходит все выше и выше, оставляя далеко внизу чашу озера. На очередном повороте открывается панорама всего ущелья реки Большая Алматинка, которую с юга замыкает величественная пирамида Пика Советов, явно доминирующая над всеми остальными вершинами района. Перевал Жусалы-Кизень находится в отроге Алматы-Алагирь. Его седловина лежит на высоте 3336 метров над уровнем моря. Воздух на такой высоте очень сухой и разреженный. Перевал зажат двумя горными вершинами. С юга – невидимым отсюда пиком туристов. А с северной стороны – знаменитым Большим Алматинским пиком, закрывающим перевал со стороны города. За этой великолепной вершиной на широкой перевальной седловине располагается целый научный городок, так называемая космостанция. Для исследования и поиска космических лучей нужны в идеале два взаимоисключающих условия. Во-первых, сложнейшая аппаратура и детекторы должны быть как можно ближе к космосу, чтобы убрать влияние земной атмосферы. А во-вторых, для них нужны глубокие шахты в скальных породах, задерживающие побочные излучения. Такое место и было найдено неподалеку от города Алматы на перевале Жусалы-Кизень, в 9 километрах выше Большого Алматинского озера и знаменитой государственной обсерватории имени Штейнберга. В настоящее время на Жусалы-Кизене ведут плодотворную работу научные сотрудники высокогорной станции космических лучей Российской академии наук. Здесь же находится одна из самых высокогорных метеостанций Казахстана. Погодные и климатические условия на перевале очень суровые, особенно зимой. Нередко единственную дорогу перекрывают мощные снежные лавины. Сотрудники научного городка и метеостанции работают длительными вахтами, иногда по несколько недель. Перед восхождением на пик туристов нас приютил, отогрел и напоил чаем Михаил Мишуров, один из старейших сотрудников метеостанции Жусалы-Кизень, отлично знающий окрестные горы и все нюансы, связанные с ними. Его советы в дальнейшем оказали нам неоценимую помощь. Поднявшись на машине до перевала Жусалы-Кизень, так называемая в народе космостанция, возможно сходить в зимний период по двум направлениям. Это пик Большой Алматинский и гора туристов. Многие из туристов выбирают маршрут на Большой Алматинский пик.
Хотя более красочный, по многим мнениям, все-таки восхождение на гору туристов. Восхождение на пике туристов или Большой Алма-Атинский занимает в зимний период целый световой день. Солнце появляется достаточно поздно. И пока оно не скрылось за ближайшим отрогом, необходимо успеть не только зайти на вершину, но и безопасно спуститься вниз. Некоторые альпинисты предпочитают ранним утром приехать сюда из города на машине, но для такого подъема требуется быть в очень хорошей физической форме, ведь здесь начинается зона высокогорья, и неподготовленному человеку будет очень тяжело идти без акклиматизации. Гора туристов представляет собой достаточно несложный маршрут, но необходимо все-таки подстраховаться, взять с собой запасную одежду. Кому-то необходимо, возможно, с собой элементарная аптечка. Также в группе должны быть хоть один человек, который знает этот маршрут, в сопровождении опытного гида. Совершить зимой это восхождение возможно, но при этом надо соблюдать технику безопасности и не лезть куда попало. Начало маршрута на пик туристов проходит по протяженному крутому кулуару. Летом он занят крупной каменистой осыпью, зимой засыпанной снегом. И через час подъема тропа наконец выполаживается и выводит на широкое плато, на котором стоит старая хижина, со всех сторон заметенная снегом. В ней, несмотря на спартанские условия и заброшенный вид, в случае ухудшения погоды можно спрятаться и переждать ненастье. Еще один крутой подъем по северному гребню, и, наконец, протяженная фирновая плата выводит на вершину. Находимся на горе туристов высотой 3954 метра. Первыми на вершину турист совершила восхождение группа алматинских альпинистов в 1942 году. С тех пор эта гора остается одной из самых популярных в верховьях долины Большая Алматинка. Несмотря на сильный пронизывающий ветер и 15-градусный мороз, панорама, открывающаяся с этой вершины, с лихвой окупит все усилия, потраченные во время многочасового восхождения. Сложности – это, вот, может быть, акклиматизация, все-таки высота сразу вот на 4000 подняться. Плюс, ну, прохлада, ветер, минус там 15 было где-то температура с ветром. Вот. А на деле все, что было с собой, когда на гребень вышли. Там, где горные хребты заканчиваются у широкой долины, в вечной дымке смога лежит Алматы. На востоке хорошо просматриваются вершины Малоалматинского отрога. Среди них выделяется пик Нур-Султан или Комсомол. Где-то далеко внизу, под ногами, на 20 километров протянулась долина Большой Алматинки. От самых городских окраин до знаменитого и всеми любимого озера. С южной стороны простирается заповедная территория Северного Тяньшаня, разделенная государственной границей между Казахстаном и Кыргызской республикой. Может, когда-нибудь сбудется заветная мечта всех туристов, и граница останется только на официальных картах, так как это сейчас происходит в Европейском Союзе. Большое Алматинское озеро недаром считается одним из самых популярных туристических объектов в окрестностях Алматы. И действительно, в этом районе сосредоточено огромное количество самых разнообразных маршрутов, и простых, и сложных, но всегда доступных для всех туристов, всех, кто любит и ценит горы Заилийский Алатау.